Прошел второй день карантина. Крестик. Жаль, половинка. Хорошенький был. Картаус рыжиус роет, копает. И у меня деньга. Малышка. Там где-то в траве усатый роет монеты. Но мне повезло, и у меня есть еще одна монетка. Кто это? Непонятно. Дома отмою. Малышка. Ну что, ребята, наступили карантинные времена, и можно зайти иногда только в ближайший лесок. Вот так вот чудочек копнуть. Монетка, конечно, очень грустная, но примечательна она тем, что... Это в черте города. С усатым бродим уже целый час. Походили немножечко по полю, ничего. Зашли в березнячок средневековый такой. Бабац. Крестик с эмалью. Загнутый штурвальчик. Усатик, эксперт, говорит, 17-18 век. Ну, даст бог, выпрямим, конечно. Вот. Энтузиазму прибавилось. Вот такой клад вырыл конкурент. Усатый. Идем дальше. Странные события сегодняшнего дня привели... находки вот такого вот гигантского кольца. Что это такое? Недоделанное из монеты. Ладно, сейчас почищу. Гриш, надкушенная медная ложка или вилка? Нет. Колечко все-таки из монеты. На слона кто-то делал. Может, на слониху. Серебряная была. Ну что, серебря не осталось. Круто. Усатый вон что-то роет. А у меня копеечка. 1800 не просматривается. Ну ладно, пойдет. Итак, в одной ямке похоже. Сейчас выкопаю, будет ясно, кто это. Но точно монетка. Копай. А у меня, как ты говоришь, позолоченная с надписями пуговка. Но надписи пока не видны. Копай. Ты что матом ругаешься? Усатый. Так, ну ладно, у меня половинка крестика. Моя прелесть. Ну. Деньга? Только какая тоненькая, ну, сожженная, конечно, все. Да, набухала. Видно, деньга. Угу. Я там год успел прочитать, 735.
Первое в этом году советское золото. 2 копейки, 1934 год. Как всегда, идеальное состояние. Ха-ха-ха-ха, моя прелесть. Бульк.